Всем приветики. Воскресенье, 22 марта. Ранняя рань сейчас. Муж у меня вчера вечером после работы слинял на рыбалку, прямо на ночь глядя. Вот, вечером они хотели поставить доночки, а утром порыбалить. Сегодня погода должна быть хорошая, теплушка. Может быть, даже солнышко будет. И сегодня я встречаюсь с Надюшкой. Про Надю я уже рассказывала. У нее канал, который называется «Влог домохозяйки». И она на подарок заказывала у меня самолетик. Самолетик я тоже показывала, но покажу для тех, кто не видел. Вот я его приготовила. Нашла даже вот такую сумочку детскую. Думаю, Надюшке она тоже понравится, эта сумочка. И можно в этой сумочке подарить. Вот он, самолетик. Самолет, самолет, повези меня в полет. Самолетака, улыбака. Вот такой самолетик. И я еще от себя положила вот такие вот две тетрадки. Была в ленте, покупала директору Крыма, президенту Крыма деткам подарочки. И увидела вот такие вот самолетики на тетрадках. И для мальчишки тоже купила. Я думаю, в них будет интересно ему порисовать. Также, что еще? У Надюшки было недавно день рождения. Я ее поздравляла на словах. Но раз у нас будет встреча, раз мы увидимся, я ей приготовила маленький подарочек. Ну, что Лена может подарить? Лена может подарить бижутерию. Сейчас покажу, какую. Вот такие вот сережки, глазки. Гляньте, какие красивые. Мне так нравятся они. Вот, сзади вот застежечки и запасные даже штучки поставила. Если Надя не поймет, для чего это, и посмотрит видео. Вот эти вот вторые прозрачные, это запасные, потому что теряются. Потом вот такой брелочек фламинго. Вот, красивый какой, мне так нравится. Вот, Надюшке. Потом что? Две заколочки, на нее красивые рыжие волосы. Вот такие вот они одинаковые, можно по бокам, можно как угодно. И Надюшке вот такое вот ожерелье. Надя носит бижутерию, я видела на ее видео, поэтому думаю, ожерелье ей тоже понравится. Канал, кстати, у Надюшки не очень большой, но видео у нее интересные. Поэтому опять же говорю, если кто хочет новый канал для себя открыть, пройдите на канал «Влог домохозяйки». Я оставлю ссылочку под этим видео. Вы даже представляете, при количестве подписчиков 100 человек с хвостиком у нее образовался крутой хейтер. Этот хейтер понаоткрывал себе аккаунтов. И под каждым видео практически ставит ей дизлайки. У нее часто количество дизлайков зашкаливает количеством лайков, потому что этот хейтер старается ей навредить. Но не все знают, что дизлайки — это та же активность для канала, а YouTube — это машина. Он и лайки, и дизлайки считает как активность. И для канала это просто плюс. Поэтому, делая то, что он хочет Наде, как бы, не знаю, напакостить, навредить или сделать плохо, он делает хорошо, наоборот. Ну, единственное, что если морально, допустим, человек какой-то там мнительный, посмотрел, ой, куча дизлайков-то, я плохо снимаю. Нет, это надо понимать, что это один человек, просто один единственный, приходит и ставит дизлайки. Даже такого количества не бывает. Если сплюсануть, вот лайки и дизлайки, при подписчиках 100 человек, такой активности по лайкам даже на канале не бывает. Допустим, но если 100 человек, там, ну, поставили люди 5 лайков, ну, 10 максимум, а тут сразу 7-8 дизлайков, это просто смех. Ну, Надюшка молодец, она это понимает. Хотя поначалу ее это немножко расстроило, но потом она плюнула и снимает дальше, и все у нее будет хорошо. И они с Димой, с мужем, живут недалеко от моей работы. Муж сегодня будет на машине, и они подскочат ко мне на работу и заберут вот этот самолетик, и подарочки, это будет от меня уже сюрприз. Так, кто зубами стучит на хозяйку? Кто бессовестный? Кто бессовестный? Ай-яй-яй. Ну, скажи, Лена, пришла, ничего не даешь. Вот мы и злимся. Что? Два лохматуна моих. Ну, привет. Убралась на нижнем этаже у них. Будем здесь сегодня завтракать. Давайте, давайте. А я второй этаж уберу сейчас. Что там? Так, Рыжуля яблоко взял. Тришка хочет яблоко забрать. А ну, да выхватай быстрее. Не, не получилось. Морковку взял. Ну куда ты в миску? Вытаскивай. Во, нормалек. Все, приятного аппетита. Ну что ты, сусы, кусаешь, да? Дала кусочек груши, который прислала Лесечка нам в посылке. Грушу Шуша тоже никогда не пробовала, как и корень топинамбура. Корень топинамбура ей понравился, сразу взяла, даже не задумываясь. И кусочек груши тоже схватила, даже не нюхала. Ты сразу поняла, что это вкусно, да?
Вкусно тебе? Вот прям так хорошо мы едим. Груша-груша у нас есть теперь имеется, да. Вкусненько тебе, вкусненько. Тетя лапа, ты моя лапа такая. Гляньте на эти лапы. Ну как не можно не умиляться таким лапам? Ну, колючий можжевер. Внимательно так ест, сосредоточенно. Скажи, Лена, не приставай, я тут новую еду пробую. Дядечка, давай освобождай дорогу. Выполз и стал чиститься. Давай, поезжай, или не ехать надо. На улице сегодня -3, но днем обещали уже небольшой плюсик. И с сегодняшнего дня в Мурманске должна начаться весна, по идее. Если Гесметио нас не обманывает. Хотя это бы Гесметио верить, себя обмануть. На один день еще, может быть, правильно погоду показать, на два. Но на будущее смотреть это бесполезно. Ну и что, и где машина? Должна была стоять, а ее нет. Интересно. Просила у ребят, да, машины нет. И пока никто не знает, где она находится. Наливаю себе кофеек. Водитель приехал с задержкой больше, чем на час. Ага, наливаю. Так, это у меня тут еще есть нычка. Вот, он в баночке. Это не наш водитель, это водитель наемный. И нам кажется, он где-то просто выспался. Хотя мог нам сказать, что, ребята, не приходите к 7, я приеду к 8, в начало 9. Мы бы все тоже благополучно бы поспали лишний часик. А так мы все приехали к 7, подождали, пока он где-то выспится, подъедет. И сейчас начнется разгрузка. Машину разгрузили, запустили покупатели. И если я гречкой и рисом не запасаюсь, и туалетной бумагой, гель стоит. Антибактериальный у меня всегда на столе, и руки после денег я обрабатываю постоянно. И это, кстати, независимо, был коронавирус, нет коронавируса, это я делаю постоянно и всегда. Но когда появилась вот эта вот опасность, я делаю это просто почаще. А встреча с Надюшкой сегодня отменяется, ну ничего страшного, заберет она на днях самолетик. Правда, я показала сегодня подарочек в своем видео, но опять же ничего страшного. Во-первых, мои видео выходят с задержкой, может быть, до этого момента Надюшка ко мне и заедет. Но даже если это не случится и она увидит свой подарок в видео, тоже ничего страшного, будет сюрпризик сначала видео, а потом этот сюрпризик, когда у меня заберет. А на улице, как обещалось, все тает, Коля у меня на рыбалке. И, конечно же, сегодня загорит, но загорит только морда лица и конечности, руки, то есть. Приедет вечером, посмотрим, что поймает или нет, или просто примет солнечные ванны и вернется домой. Сегодня чувствуется весна, на Ленинградке была жесть, камеру даже не включала, потому что ехать было очень опасно. Во-первых, солнце ярко-ярко слепило, машины впереди идущие так сильно брызгали, что не было ничего видно, дворники не успевали работать. Вот, здесь немножко по суше, но там, конечно, было ехать очень неприятно. Я дома заходила в магазин, купила вот такие вот рагу из свинины. Я из них делаю щи, мне очень нравится варить на бульончиках, пускаю. Либо тушу с ними картошечку. Тут как раз хватит и на то, и на другое, но сегодня ничего из этого готовить я не буду, не хочу. И купила курочку, стала брать на работу просто отварную курицу себе на перекус. Очень хорошо, калорий мало, потому что вареная, не жареная никакая, без всяких майонезов, не запеченная. И я люблю отварную курочку. Поэтому мне в удовольствие взяла курочку, грудку себе сварю, ну остальное можно заморозить. Варю кофе, вы представляете, вчера легла, захотела закимарить, покимарила, наверное, минут 10, позвонил каляка-маляка, разбудил, ладно, сегодня... Раз в пятилетку редко днем сплю, бывает, сегодня рано встала, легла. Хорошо поспала часик, позвонила мамулька. Я говорю, мама что-то сразу расстроилась, я тебя разбудила. Я говорю, не переживай, часик я свой поспала, а уже на ночь к вечеру спать вредно. Так что я встала, поспала, даже сон видела. И мама рассказывала, была Дуняшка с ночевкой у Наташи. До этого Дуняшка мне звонила и все это мне говорила, что она будет к Наташе ночевать. Я говорю, Дунь, ну у Наташи же там ученики. Я говорю, как ты там мешать будешь, она же репетитор, и к ней приходят ученики. Дуня говорит, нет, Лена, когда будут ученики приходить, я сяду на кухне и буду сидеть прям как паинька. Гляньте, синичка прилетела. Вот, мне так смешно было, Дуня паинька. Потом спрашиваю, Дунь, я говорю, так а что ты дома, родители не хотят или ты сама не хочешь? Она говорит, и я сама не хочу, и родители не хотят, потому что я в квартире устрою погром.
Ой, так было смешно, Дуня устроит погром. Но это неудивительно, со своими там этими лизунами и всем прочим. Наверное, родителям спокойнее, когда она у кого-то. И завтра я отработаю, если у них там никаких планов нет. И я думаю, у них планов никаких нет. Дуняшку заберу к себе, тоже с ночевкой. Во вторник поедем к ней, вернее, пойдем к моим родителям, сходим к ее бабушке, дедушке. В ГАИ мне надо съездить, надо было... Прошлую среду я была записана онлайн, записывалась через госуслуги, вообще из головы вылетела, теперь записалась по новой. В связи с переменой адреса надо там документы доделать. На улице, кстати, плюс 3, все-таки не обманули, все-таки тепло. Приехал каляка-маляка, как я и говорила, у него загорели руки, лицо. Вот его улов, смешнучий-присмешнучий, гляньте, налив живой. Живучая рыба, бесконечно живучая. Сейчас водой залей, она поплывет. О, шаволится. Это у нас корюшка, которая когда свежая, пахнет свежими огурцами. Ну и вот эта вот змеюка, это товарищ Налим. Вот он, гляньте, морда харя какая. Так что вот такой вот первый улов после полярной ночи. Ну нормально, что посидел. Я же говорю, солнечные ванны принял. И рыбки половил, нормалек, пожарим. А у меня тушится капусточка. Просто миллион тысяч лет я не тушила капусту. Почему-то я про это дело позабыла. И сейчас мне захотелось потушить капусту. Блюдо низкокалорийное, если, конечно, туда не лить много масла. И вкусное. И вот сегодняшний улов. Это фото до того, как. А вот это вот уже не фото, а видео после того, как. Вот это два налимчика. Рыба свежая, разваливается, когда жарится. Ну, это вкусно. Положила капусточки себе на завтра на работу. Еще останется дома. Сделала пюрешку. Ничего не хотела готовить, но пожарила рыбу, потом одно, другое и все. Короче, завелась. Пока Коля спит, хочу немножко помонтировать. А вам скажу всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.